новый ящик кубрик. Внутри нету арки, как в этом ящике. Он становится больше. В этой комплектации есть какие-то вот спинальчики. Также крышечки. Вот такие вот перегородки. Что-то, наверное, может быть. И еще дополнительно сюда вкрутить. Ручка у ящика не регулируется. Только сдвигается на все. Или открыто на полную, или закрыто вниз. У этого ручка на любой высоте регулируется. Да, можно зафиксировать. Ну, поудобнее будет. Здесь тоже какие-то штучки, наверное, тоже может кто-то будет потом купить, поставить. Наверное, все же, наверное, не знаю. Единственное, что нет. Если у этого, да, ровно. Здесь тоже какой-то кружочек, тоже может быть что-то фиксируется. И здесь тоже есть чего-то. Ребра жесткости. Ящик такой посолидный. Намного жестче. И ты уже ручкой заталкиваешь. Колесики не двигаются, потому что не короткие. Здесь колесики более удобные. Вот такой ящик интересный. Более прикольный.